сюда приехал, ну, для того, чтобы просто некоторое время здесь, ну, побыть пока, то есть... Ну, с какой целью? По Москве погулять, посмотреть местные достопримечательности? Нет, ну, я узнал о том, что меня ищут, и поэтому я уехал сюда. Полиция какого города? Тольятти. Тольятти? Да. Что ты там натворил? За что они тебя искали? Я нападал на людей с ножом и... Ну, нападал на людей, да. А зачем? Ну, я входил в такое состояние, то есть я думал над тем, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, и я напивался сильно, ну, я пил водку, и в таком состоянии я просто делал все это. То есть ты таким образом что хотел, девушке своей отомстить? Ну, наверное, да. То есть просто я был злой на то, что она мне изменяет с моим другом. А жертв ты выбирал по какому принципу? Которые похожи на мою девушку. Лучше. То есть что, они на лицо похожи, по фигуре похожи, по возрасту похожи? Нет, скорее по возрасту сзади. Просто если похожи, то я нападал. А девушка-то в курсе о твоем увлечении? А, нет. Не в курсе. Так, а вот оружие, с которым ты ходил, что это, нож какой? Это да, я покупал не на свои деньги. С какой целью? Ну, с целью нападения. А, то есть ты нож конкретно выбирал? Ну, да. А где он сейчас? Я их на месте оставлял. То есть ты на каждое преступление шел с новым ножом? Да.